Добрый день, дорогие друзья. Мы сейчас на открытии выставки, но, правда, к шапочному разбору, когда уже фуршет. Вот, и эта выставка здесь выставляет свои некие работы. Духовная дочка Бедре Талана. Ну вот, я не знаю, что здесь, но вот такая выставка интересная. Сейчас посмотрим, что здесь. Это вещи разные. Сейчас я Саша. Ну, тут, видимо, что-то продается. Такая вот. Здесь очень... Ой, что это? Что-то странное. Да. Пушка. График, можешь объяснить, что это за выставка, как она называется? Сейчас она все сама расскажет. Ну, я так, немножечко. Вот эта женщина, она есть... Пока здесь копия, она сейчас расскажет. Все, я поняла, просто вот... Очень странно, вот здесь... Что это? А, это руны. Да. Рунические картинки. Это руны называются. Везде присутствуют змеи. Странно. Это драконы древние. Какая-то битва. Какие-то руны. А это что? Непонятно вообще. Кто хочешь, то и думай. Типа искусство. Поп-арт. Вот такое новое искусство. Ну вот мы пришли сюда немножко с опозданием. Но это очень элитное какое-то искусство, которое может быть древнее, что-то руническое. Посмотрим. Все, с вами была Мария Карпинская.